селе Валяпежий зарегистрирована вспышка коронавируса COVID-19, который обнаружили у 8 человек. 9-й находится под подозрением. Большое количество заболевших вирусом в селе Валяпежий встревожило весь район. Выездная комиссия по чрезвычайным ситуациям в составе медработников, сотрудников полиции, а также примара села собралась в данном населенном пункте. Председатель Тараклийского района лично взял под контроль данную ситуацию. Ситуация сложная, потому что каждый день выявляются новые случаи. Сегодняшняя комиссия создана для того, чтобы определить, первое, как нам изолировать данный населенный пункт, не дать распространению эпидемии. Второе, это какие меры и шаги для того, чтобы начать обследование максимально тех пациентов, тех людей, которые были непосредственно в контакте с больными, чтобы ограничить дальнейший очаг, сузить до минимума. Центр здоровья села Валяпежий сейчас закрыт на карантин. Врачи данного центра также находятся на карантине из-за пациентки с коронавирусом, которая 3 апреля была госпитализирована. Весь центр здоровья Тараклии обзванивает всех контактных. Это на сегодняшний день уже 124 человека. Все наши сотрудники обзванивают, каждому объясняется, как надо поступать в данной ситуации. Остальные консультации мы даем деткам до года, родителям даем, беременным, пока по телефону. Вопрос о том, что врач вел здесь прием, пока обсуждается. Пока мы не пришли к единому мнению, нужно ли будет выезжать бригаде врачей с Тараклии. Согласно приказу Минздрава, теперь Центр здоровья города Тараклия взял всю работу по обслуживанию пациентов села Валяпежий на себя. Больничный лист, опять же, по постановлению правительства, имеем право открывать тому человеку, который находится на карантине, кто был в контакте с пациентом с COVID-19, но у него симптомов нет. Члены семьи, которые хотят также быть в изоляции, не выходить на работу, они имеют право сегодня попросить у работодателя отпуск за свой счет, оплачиваемый отпуск. При первых симптомах инфекции медицинские сотрудники просят сообщать о своем здоровье, позвонив в службу 112. Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет усиленные меры для снижения дальнейшего распространения вируса в селе. Все меры, которые принимались до сих пор, их надо усиливать. Это изоляция населения максимально всех по домам, раннее выявление случаев симптомов с данной инфекцией и своевременное обращение за медицинской помощью. Как сообщил примар села Валяпежий, жители населенного пункта не паникуют. Под контролем, кто прямо или косвенно был в контакте. Перекрыли все периферические дороги, оставили только ту центральную, здесь барьером. Скорее всего, здесь так для мониторинга будет выставлен пост, чтобы знать, кто куда едет, чтобы не катались зря. И вот на данный момент такая ситуация. Ждем решения Центральной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В каком режиме будет село Валяпежий с целью дальнейшего предотвращения распространения инфекции, будет принято решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время.